Компания «Газпром Бурение» была создана в 1997 году путем интеграции сильнейших буровых активов «Газпрома». За два десятилетия компания проявила себя как современное, конкурентоспособное предприятие, став крупнейшим буровым подрядчиком, деятельность которого соответствует российским и мировым стандартам ведения буровых работ и требованиям заказчиков. Используя мощную производственную базу, преимущество работы в единой команде, высокий кадровый потенциал, буровая компания неуклонно наращивает объемы эксплуатационного и разведочного бурения, расширяет географию производства. Мы работаем на территории России от Черного и Каспийского морей до полуострова Камчатка. «Газпром Бурение» – мультисервисная компания, способная выполнять крупные заказы по строительству поисковых, геолого-разведочных и эксплуатационных скважин и реализовывать масштабные буровые проекты, выполняя полный цикл работ и сдавая готовый объект заказчику на условиях договоров генерального подряда. Буровая компания задействована в крупных проектах федерального значения. Национальный проект «Сила Сибири», в рамках которого ведется строительство скважин с опережением сроков на Чаяндинском и Кавыктинском месторождениях. Для успешной реализации проекта в прошлом году был создан филиал «Иркутск-Бурение». Национальный проект «Ямал» включает в себя освоение Баваненковского месторождения, где мы завершаем эксплуатационное бурение и направляем производственные мощности на новый ямальский проект – «Харасавейское месторождение». С 2011 по 2019 годы компания выполнила огромный объем геолого-разведочных работ в регионах России, существенно удаленных от центров цивилизации. «Газпром Бурение» – бессменный подрядчик, выполняющий масштабную программу разведки на Тамбийской группе месторождений с 2013 года. Последние несколько лет компания планомерно переходит на работу в рамках генеральных подрядов, осуществляя интегрированное управление проектами и оказывая полный комплекс услуг по строительству скважин, включая в себя все работы, связанные с бурением и освоением, инженерией процессов, а также капитальным строительством. В период с 2011 по 2019 годы было закуплено 38 новых и модернизировано 19 буровых установок. В 2018 году мы закупили 11 буровых установок, 10 из которых грузоподъемностью 400 тонн для разработки Кавыктинского ГКМ, проект «Сила Сибири». Парк буровых установок был обновлен на 35%. Объем инвестиций за 8 лет составил 38 миллиардов рублей. В 2020 году мы планируем закупить до 10 буровых установок. Традиционно наши партнеры – крупнейшие добывающие нефтегазовые предприятия. «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Новатек». В компании внедрены и сертифицированы системы менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, экологического менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов. Мы гарантируем своим заказчикам высокое качество работы и услуг, обеспечивая при этом безопасные условия труда и проявляя заботу об окружающей среде. Компания стимулирует работников соблюдать правила безопасного поведения и личным примером демонстрировать, что каждый может быть лидером в этой сфере.